Прям прикольно так играть и атакует. Решающий момент. Храм начинает перенаправлять энергию. Мы должны уничтожить монолиты Зенита, пока еще не поздно. Иерарх, под храмом взял Нага и обнаружил хранилище Соларита. Я смогу извлечь его, если только нам удастся продержаться еще немного. Приступай, Каракс. Мы будем удерживать храм, сколько сможем. Все, застрял. На наши зомби напали. База атакована. Атакована.
все еще сдерживают энергетический выброс. Мы должны немедленно уничтожить монолиты Зенита. Так, кто там? Пустота. Сталкеры. Холод. Животы. Что ты предложишь? Мститель. База атакована. С монолитами Зенита. Если их повредить, нестабильная внутренняя энергия монолитов может вырваться наружу. Да будет так. База атака. Весело. База атакована. База атакована. Детекция же база атакована. База атакована. База атакована. База атакована.
успешно перенесен на борт копья Адуна. База атакована. Наш свет не угаснет. База атакована. Убивали мстители. Что еще делать? А, вон что. Тамплиеры, приступайте к пространственному перемещению. Уходите оттуда, быстро! Черный Нибус. Серги пытаются пробраться в храм. Не теряй веры, матриарх. Души твоих павших воинов взывают к отмщению, и оно свершится. Сердца наших воинов связывает честь.
традиций. Мы ведем бой во имя многих. Герои, что поколение за поколением принимают мантию темного тамплиера. Так вот планетку-то сломали. А тут-то что? Первые 10 минут, ну понятно. А здесь 1,8 миллиарда зергов. На уровне боец. Это жестко надо строить. У меня 1,78. Там вообще застраиваться надо прям супер. Поехали дальше. Шакураса больше нет. Он ушел в вечную ночь. Однако традиции, которые родились там, останутся с нами навсегда. Ты считаешь это возможно, матриарх? Намного больше, чем ты думаешь, Артанис. Что, например, ты знаешь о пути тени? Немногое. Твой народ тщательно оберегает свои секреты. Это наш самый священный обряд посвящения. Посвящаемая остается одна среди теней, из которых на нее нападают другие члены племени. Если она проходит испытания, то становится темной охотницей, истинным темным тамплиером. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Ты один, как настоящий темный тамплиер, выстоял против бесчисленных врагов, рискуя своей жизнью ради других. Ты пошел нашим путем. Путем тени. Ты более не связан с Кхалой. Отныне ты темный тамплиер, Артанис. Да ладно. Так, совет заглянем. Неразимы отважно сражались рядом с нами. Даже принесли в жертву свой мир. Почему? Их родиной всегда был Айюр. Они никогда не забывали об этом. И о том, какой ценой они были спасены. Ты говоришь об Адуне. И изрек судья Зентион. Адуну не удалось уничтожить племена отступников. Тех, кто называет себя темными тамплиерами. Мы увидели всполох вечерней звезды. И в тот момент Адун предал свой род. Отпустил еретиков, избрав для себя иную судьбу. Он очистил Айюр от их скверны, но позволил им жить. Предал? Адун предпочел геноциду милосердия. Он поступил благородно, хранитель. Разве? Я вижу историю глазами ее участников, Артанис. Возможно, поэтому ты не можешь правильно оценить былое. Правильность выбора можно осознать только спустя продолжительное время, когда ты можешь оценить все последствия. Я хранитель. Для меня история всегда настоящая. Я вижу ее глазами очевидцев, как будто она творится сейчас. Я попытаюсь взглянуть на нее твоими глазами. Ни хрена не ясно. Так, тут все так и остается.
Этот чудо рядоточит, смотрим ядро. Новое ничего не открылось. Спет, пускай так и будет. Короче, все так и остается. Мостик, и посмотрим, какое задание. Эн Арудин Шакурас. Шакурас пал. Хватка Амуна становится все сильнее. Чтобы выстоять в этой войне, нам понадобятся не только воины. Как и иерарху мне рассказали о местоположении комплекса, где ученые Кхалаи экспериментировали с секретным оружием. Программа создания чистильщиков была возрождена в исследовательском комплексе на Гласиусе. Мы должны получить столь мощную технологию. Что за чистильщики? Перелет. Гласиус. Там мы найдем лучшее из созданного в Империи вооружения. Здесь возродили программу создания чистильщиков. Чистильщики? Запретное оружие? Конклав приказал их изолировать. Навсегда. Древние чистильщики находятся не здесь. Они по-прежнему в заключении. Здесь, на Гласиусе, наши ученые разрабатывали прототипы оружия на основе этой технологии. То, что ты говоришь, недопустимо для Кхалая. Немыслимая ересь. Силы Амуна значительно превосходят наши. Мы на грани полного уничтожения. Нам не приходится выбирать. Если мы хотим получить технологии чистильщиков, придется действовать быстро. Талдаримы вот-вот откроют огонь по лаборатории. Ну пошли. Расположите у склонов на подходах к вашей базе зонные пушки. Это уже было? Иерарх, похоже, материнский корабль Талдаримов уже направил луч фазового искажения на систему орбитальной защиты Гласиуса. Я Алларак, высший посвященный. Мне было поручено уничтожить этот комплекс. Вы опоздали. Хранилище технологий будет уничтожено вместе со всем этим жалким миром. Убирайтесь из этой системы, пока у вас еще есть время. Или оставайтесь здесь и смотрите, как ваши войска обратятся в прах. Мне все равно. Он ошибся в расчетах. Если мы начнем действовать немедленно, у наших воинов есть шанс опередить луч искажения. Тогда чего мы ждем? Мы едины. Энтарота Садар. Это что? Луч уже близко. Мы должны добраться до хранилища, пока его не уничтожили. Thank you.
Талдаримов собираются возле нашего Нексуса. Приготовиться к нападению. Постой. Я активирую оставленных здесь часовых. Они могут восстанавливать щиты находящимся рядом воинам. Жизнь за Ай! Вызывать часовых с помощью наших врат. Среди теней. Я здесь, среди теней. Среди теней. Что ты предложишь? Очень разумно. Будь по-твоему. Ученые станции здесь оставили запасы необработанного соларита. Мы должны найти их, если получится. Отлично! Соларит у нас. Наши войска подошли слишком близко к лучу. Будьте осторожны. Держитесь от него подальше.
Очень разумно. База атакована. О, мы обнаружили еще несколько часовых. Я немедленно введу их в строй. Жизнь за Айю! Римское силовое поле. Надо уничтожить его источник питания, чтобы расчистить путь. Заманчиво. Мы крадущиеся тени. Хорошо. Ради возмездия. Наши войска вступили в бой. Среди теней. Очень разумно. Пустота холодна. Ради возмездия я не буду служить тебе вечно. Мераку. Мы крадущиеся тени. Возмездие. Будь по-твоему. Воины Аларака хорошо укрепились тут. Лучше обойти их базу стороной. У нас нет времени штурмовать ее. Начали скучать. Враг познает нашу ярость. Ваши войска вступили в бой. Пустота холодна. Замочила. Я
Активирую часовых. Множество транспортных кораблей. Призма искривления. Хитрый план. Аларак пытается включить древние системы защиты комплекса и обратить их против нас. Еще один образец Соларита. Где у нас еще? Тут вроде не было. Мы, я, голос затмения. Очень разумно. Будь по-твоему. Пустота холодна. Мы собрали все образцы необработанного солорита. Ты только посмотри, они в превосходном состоянии. Так, солорит — это круто. Теперь валим. Как же там пройти-то? Тебе. Доступ. Ну круто. Быстрее, фазовый кузнец.
наведите расщепитель на хранилище. Жгите всех. Я получил координаты. Переношу контейнер на борт. А ты не так слаб, как мне казалось, Арданис. Мы еще встретимся. Мы успешно доставили образцы технологий чистильщиков на борт Копья Адуна. Среди них есть один прототип воина. Мне нужно будет более пристально его изучить. Сила Солнца. Так, оружие. И что мы сделали? Не дайте искажающему лучу уничтожить ни одну вашу боевую единицу. Это круто. Ничего не так-то восстанавливают щиты. Это считай, что хиллеры. Крутой юнит, прям очень крутой. Ты звал меня, фазовый кузнец? Арданис, рад видеть тебя, юный вершитель. Феникс? Но... как? Прототип чистильщиков был изготовлен на основе копии его сознания. Учитывая, что ты дружил с оригиналом, я подумал... Он считает, что после стазиса его сделали драгуном. Как ты здесь оказался, Феникс? Сам Алдарис дал мне указание прибыть на Гласиус и служить тамплиером. Это последняя запись в его памяти. Конклав приказал продолжать копировать личности наших героев. Ты знаешь об экспериментах на Гласиусе? Почему Алдарис отдал тебе такой приказ? Я воин, друг мой, и ты это прекрасно знаешь. Я действую, а не пытаюсь оспорить приказы судей. Поразительно. Адановая оболочка, ячейки сжатого триллия. Похоже, он был первым в рамках возрождения древней программы. Довольно! Я не для того сражался по воле Конклава, чтобы теперь меня изучали как образец. Я тамплиер. И я воссоединился с лучшим другом. Это ли не славный день? Конечно, ты прав. Каракс, хватит его изучать. Феникс, добро пожаловать на борт Копья Адуна. Мы сражались с тобой клинок к клинку в бесчетных битвах. И вот теперь ты ведешь за собой всех протосов. Меня переполняет гордость от этой мысли. Меня избрали иерархом оставшиеся судьи и кланы Неразимов. И это великая честь для меня. Тассадар должно быть тоже тобою гордиться. Тассадара больше нет, Феникс. Он пал как герой за свой народ. Он спас нас от гибели. Что? Это невозможно. А Айур оказался во власти зергов? Да. Как долго я провел в стазисе, пока меня превращали... в драгуна. Ты слышал о программе чистильщиков, Феникс? Конечно. Копирование сознания величайших тамплиеров. Опасные роботы, которых пришлось вывести из строя. Их действительно отключили, но исследования в этой области продолжились. Мы искали способ воссоздать величайших из тамплиеров.
применить древнюю технологию на практике. Зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты... Нас ожидает война. Какой еще не знала история. Нам потребуется твоя помощь. И, может быть, даже чистильщики. Что ж, мои клинки готовы к битве, друг. Так, это все в солнечном ведре он стоит. Репликация данных позволяет достоверно воссоздавать сознание оригинала. Он действительно обладает личностью Феникса. Насколько достоверно? С точностью в 99%. Значит, возможна погрешность. Крайне незначительно. За свою жизнь мы принимаем множество решений. Кем бы ты был, даже при такой небольшой погрешности? Следи за Фениксом. Если он будет помогать нам, я хочу понять, кто он на самом деле. Так, а здесь что? Здесь я все так и оставлю. Будем ждать следующее открытие, улучшение. Так, ну военный совет надо позырить. Это говорить не хочется, позырим сюда. Теперь мы можем использовать роботизированные единицы поддержки. Это, наверное, часовой и заряжатель. Бонус скорости, восстановление щита, ну-ка. Перезаряжает щиты двух союзных боевых единиц протосов. 3 единицы прочности щита за 1 единицу энергии. Ну и щит создает. Уменьшает урон. Неплохая тема. А здесь? Темпоральный луч. Скорость атаки и передвижения выбранного союзника повышается на 50% на 10 секунд. Ну что это даст? Ага. Фазовый режим. Заряжатель трансформируется, создавая энергетическое поле, аналогичное полю пилона. В этом режиме заряжатель не может перемещаться. Ну, пускай часовой будет, этот хилит хорошо. А это я даже не знаю, когда пригодится. Потом как-нибудь. Позырим, какое задание. Многие из моих темных тамплиеров вызвались стать разведчиками. Они будут держать нас в курсе действий Амуна. Я испытываю двоякие чувства при виде Феникса. Вместо радости я чувствую печаль. Говорят, его сразила королева клинков. То, что ты видишь, некое подобие Феникса. Но это всего лишь напоминание об ушедшем друге. Но его голос, мысли, само его присутствие... Он так живо описывает то, что мы с ним пережили. Инстинктивно я чувствую, что передо мной мой друг. Но разум отказывается в это верить. Мы неразимы. Часто задумываемся о том, сводится ли наша личность к совокупности наших воспоминаний. А может, в нас живет нечто большее? Со временем мы поймем, кто такой этот Феникс. Живет ли в нем нечто большее, или это всего лишь жалкая подделка? Солнечное ядро. Иерарх, я наконец понял, как мыслят Зелнага. Для них энергия, эссенция и информация были едины.
взаимозаменяемы, гибки. Значит, ты извлечешь из ключа информацию, о которой говорил Зератул? Да. Насколько я понял, она приведет нас на Ульнар. Ульнар? Это просто миф. О нем говорится лишь в легендах. Родной мир Зелнага. Я полагаю, ключ укажет нам его местоположение. Каким образом? Алтарианский разлом. Не может быть. Невероятно! Это невозможно. Ничто живое не выдержит такого буйства энергии. Похоже, я подвел тебя, Иерарх. Я так не думаю, Каракс. Считается, что Зелнага пришли из места, где не может быть жизни. Это совпадает с пророчествами Зератула. Мы войдем в разлом. Подготовь все! Многие считали тебя безумцем, Зератул. Но ты вновь узрел правду там, где другие были слепы. Ключ ведет нас к Алтарианскому разлому, туда, где находится Ульнар, родной мир Зелнага. Носить твою мантию — моя судьба, друг. Я клянусь, что пробужу Зелнага в память о тебе. Могучий мастер псионики может использовать способности противодействия псионный шторм и превращаться в архонта. Только воздушный феникс. Что получилось? Трудно поверить, что под нами Ульнар, древняя обитель Иханрии, расы Зелнага. Судьи полагали, что Зелнага покинули Айюр, чтобы направиться в подобное пристанище, а затем погрузиться во многовековой сон. Зератул верил, что артефакт приведет нас к новой надежде. Возможно, это надежда Зелнага. Если легенды правдивы, то Зелнага действительно лежат там в ожидании своих детей, которые пробудят их ото сна. Будем надеяться. Феникс, я вижу, что ты подавлен. Прости меня, Иерарх. Я размышлял о том, как попал сюда. В моих воспоминаниях имеются пробелы. Битвы, описанные в архивах корабля, которые я должен помнить, но почему-то забыл. Что ты узнал? В записях говорится, что после моего поражения в Антиохе меня воскресили в виде драгуна. Однако это тело явно не тело драгуна. Ты еще не все знаешь, Феникс, но эта правда может опечалить тебя.
Я хочу узнать правду, друг. Какой бы она ни была. Надеюсь, ты найдешь ответы, которые ищешь. Невероятно. Но Зератул знал, что ключ приведет нас в такое место. Вот в чем заключалось основное предназначение этого устройства. Зератул постиг нечто за гранью моего понимания. Этого места просто не должно существовать. Оно противоречит всем законам, разрушает все представления об астромеханике. Когда-то я считал, что протосы постигли все глубины знания. Я был глупцом. Только теперь я понял, как много всего в галактике лежит за пределами нашего понимания, друг Каракс. Так, ну здесь-то ничего не изменилось. Все. Иерарх, похоже, мы не можем получать сигнал, находясь внутри разлома. Мы отрезаны от связи. А здесь что? Сенсоры копья Адуна обнаружили проход внутрь храма. Наши корабли готовы выдвинуться по твоему приказу. Так, мы здесь сохранили, потом уже выдвинусь.